Всем привет! Добро пожаловать на канал Russian Bass. Easy Tuning. Николай. Сергей. Сегодня у нас на обзоре новые колонки от компании Alphard. Колонки серии Machete. Это первые на нашем обзоре колонки компонентные. Вот, сегодня мы о них расскажем. Что у нас сразу бросается в глаза? Это феерическая упаковка, по-другому никак назвать нельзя. И мы ее сейчас откроем и посмотрим, что же там внутри. Ах, да, тестировать сегодня мы будем эти колонки от магнитолы стоимостью 50 тысяч. Да. 50 тысяч – это круто. Именно тысяч, не тысяч, а тысяч. Тысяч. Тысяч, 50 тысяч. Почему я открываю с двух сторон, ты знаешь? Нет. Потому что я сейчас буду давить с этой стороны, а ты будешь принимать стоимость. Давай, как народа. Оп-оп, полез давай, и давай. Вылез. Блестяк. Так, что мы тут? Гарантийка в сторону. Смотри, сразу, что мы тут имеем. Удобная, эргономичная упаковка. Целлофан. Дальше идет пенопласт. То есть в этой упаковке можно эти колонки будет бросить в транспортной компании, и ничего не будет. Здесь у нас установочные модули под пищалки. С этой стороны. С этой стороны крепеж. Открываем. Что мы тут имеем дальше? Круто, сложно. Да. Сложено эргономично, очень аккуратно, ничего повредить невозможно. Шикарные сетки. Пластик, металл. Переходим к самой колонке. Бумажный диффузор с специальной пропиткой. Вот. Качество изготовления, опять как всегда, на высоте. Фаза выравнивающая пуля. Флажковые подводящие. Магнит. Логотип. Ну, как-то так. Что у нас тут еще есть дальше? А это у нас, знаешь, что такое, Сергей? Это у нас кроссовер. Да, это у нас кроссовер. Вот у нас кроссовер такой. Подключение кроссовера к усилителю. И здесь твиттер и вуфер, естественно. Ничего лишнего. Ничего лишнего. И у нас здесь существует еще твиттер. Тоже с логотипом Machete. Шелковый. Играет очень громко, очень приятно. Судя по размеру, твиттер у нас идет на Neumat. Данная акустика мы сегодня с удовольствием послушаем. 200% порадует нас высококачественным звучанием, так как мы ее уже слушали, но на тесте еще включим от магнитола, опять же, 50 тысяч Alpine INE 990. Вот, и я думаю, наши подписчики увидят и услышит воочию возможность этой акустики. Но самое приятное в ней то, что она стоит не дороже 5000 рублей. То есть ее рекомендованная розница, если не ошибаюсь, 4600 рублей. Что на нашем рынке в период кризиса очень даже неплохо. Ну что ж, мы в принципе все показали, что у нас тут стоит. И я думаю, что нам нужно будет перейти на данный момент к прослушке данных динамиков. Давай. Поехали. Поехали. I need you. I love you so much it hurts. There are no words. You don't exist in my world. Oh, all I ever wanted was to hold you in my heart for all the world to see. Room in our dimension for a little more love can bring heads up. Thank you.
Так, ну прослушали мы данные динамики. У нас они уже были установлены в стенде. В общем, динамики действительно хорошие, играют качественно, играют громко. Здесь подвес такой мягенький. Ну, как я считаю, похож как такого типа сабвуферного типа. Если брать, например, средние динамики, они достаточно жесткие, у них диффузоры в ходе. Здесь мягкие. Ну и благодаря пищалкам есть, соответственно, и высокие частоты. Я думаю, что эти колонки найдут широкое применение именно вот в каких-то бюджетных, наверное, системах. Или вот в тех системах, где ребята захотят оставить штатный вид и с малыми вложениями усовершенствовать свой звук до, ну, до неузнаваемости, это точно будет. На штатных системах, я имею в виду на штатных магнитолах, будет играть достаточно круто данные динамики. Я считаю так. Мое мнение по этим динамикам примерно следующее. За не огромную заявленную мощность 60 Вт эти динамики играют в диапазоне от 55 до 20 тысяч Гц до заявки нашего производителя. Так вот, эти динамики реально играют от примерно 50 Гц. То есть мы слышим от них полноценный мид-бас, как и должен быть двухполосный в нашей акустической системе. Пищалки ярко выражают голос, подтягивают их. То есть динамики, да не то чтобы для штатной, для магнитола, для штатной магнитолы, эти динамики очень неплохо будут работать с хорошим усилителем. То есть в диапазоне ценовом, я думаю, что до 7-8 тысяч рублей они, ну, будут чуть ли не лучшие. То есть такого качества, чтобы был сделан динамик, вот с таким, значит, прецедентом на Sound Quality, то есть SQ. Ну, не знаю, таких природ, наверное, сейчас есть только у Вольфхарда, так как они этим занимаются, разработкой и так далее и тому подобное. Всем очень сильно рекомендуем. Вещь хорошая, добротная, очень хорошо звучащая. Вот всегда можно приобрести в нашем магазине FlexCar Audio на Чернышевской 123 в наличии. Вот эти динамики у нас будут в наличии всегда, так как они нам очень понравились. Ну, в принципе, вот как-то так. Так что заходите, кто саратовский, кто не саратовский, пишите Николаю в личку. Он отправит в любой регион России, правильно же говорю? Да, спокойно, так ничего не ждем. Динамики уже есть в нашем магазине, так что обращайтесь. Ну, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал Easy Tuning. Russian Bass. До скорой встречи. Пока.